Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Бравл Старс. Значит так, у нас есть пару новых заданий. Выиграйте бой 5 раз Тиком, Леоном, либо Карлом. И вот тут еще есть выиграй бой 3 раза с бойцом Динамайк, Пока или Пайпер. Я вот все, ребята, думаю, может быть, поиграть за Пайпер, попытаться, но... С моим автоатакой, с моей, они меня будут разносить. Ну, давай, в любом случае, я сыграю вот в этот вот. Я возьму, наверное, либо Карла, либо Леона. Ну, точно не Тика. Вот не хочу я Тиком играть. Я, наверное, возьму... Наверное, Карла возьму, ребят. Хотя... Нет, Карла возьму все-таки. Так, где у нас Карлуша? Вот он. И будем надеяться, что, ребята, сегодня пройдет... Сумасшедший орёт-то. Надеюсь, все пройдет без каких-либо там прерываний связи, как вот в прошлый раз было. Хоть вы мне объяснили, что там сезон только начался, и первые два дня могут быть какие-то проблемы. Меня это нисколько, ребят, не устраивает, поэтому надеюсь, их не будет. А почему коротенькая серия, ребят, сегодня будет? Потому что мне завтра с утра на работу, а время, извините, мне 11 вечера. Мне надо... Сейчас отыграем, и я пойду, как говорится, на боковую. Ну что, Карлуша, пойдем. Опять этот бормотуха, блин, опять это ходячая, а? Ну и зачем ты туда сунулся? Вот объясни мне. Да куда, блин, раздавил поезд меня? Ё-моё, ну это же надо было так бараном. Блин, я не думал, что он убивает, если честно, ребят. Теперь буду знать, что надо быть предельно аккуратным в этом плане. Да отвали ты от меня, блин, дурень! Завалили его? Ну и правильно. Ой! Там просто поезд, ребята, у меня не было выбора. У них уже 10 кристаллов. Ну! Да! Я офигею, ребята. Дебил этот Фрэнк, если честно, просто дебил. Долбанный уровень, на самом деле, с этими поездами проклятыми, блин. У меня были кристаллы, я побежал, поезд сзади, блин, прижал меня просто-напросто, раздавил. Первый раз, второй раз он меня раздавил уже на их территории. Два раза. А Бу вообще ничего не... Нафиг, он... Нафиг они идут напрямую к нему? Неужели нельзя из кустов там побомбить или еще как-то? Нахрена идти-то, блин? Я вот это вот никак не могу, ребят, врубиться. Идти напрямки. Зачем? Дэрил, автоатакер, да? Отдай сюда. Не подходи к поезду, блин! Ой, баран! Я такой же был, ребят. Пока не понял. Ну вот, началось. Да, ребят. Короче, не судьба сегодня мне поиграть, в общем. Ну что это, обрывы связи, ребят. Мне вот эти проблемы с их... О-о-о-о-о-о! Поезд раздавил. Ну как так можно играть, а? Давай, Слипи, или как там тебя, Смурфик? И уходите, там поезд, уходите вот сюда.
Барри, ну ты баран! Конченый просто, ребята, баран! Такой же, как и я, блин, полез. Ну вон, кристалл, Смурф, бери! Все, прогрузилось, блин, ребят. Стабилизировался интернет, блин. Я не знаю, я говорю, это не у меня проблема, ребята. Это у них там. Ну куда ты, куда ты, куда ты, Аркаша, идешь? Ой! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Бал-бал! И опять это началось, ребят. Ну как можно вот так играть? Ну объясни ты мне, блин, ну. Пипец какой-то, полный трындец. Ну, ну что со связью, ну. Отдай кристаллы, утырок. Все, ребят, стоим здесь. Да не иди ты там, поезд едет, блин. Ты знаешь, вот дурачков дофига в мире есть. Но таких я встречаю. Ладно, у меня лагает, ужас. Ужас просто как, ребят, лагает. Это практически невозможно было играть. Это просто невозможно так играть, ребят. Вот это что? Это что за игра, блин? Так, а это кто такой, ребят? Что за... Что за герой? Тут главное про поезд не забывать, ребят. Но это меня не поезд раздавил, ты? Че я такой замедленный-то? Опять с интернетом что-то, ребят? Ну, конечно, всей гурьбой. Всей гурьбой запинали. Ребята, у них 9 кристаллов, вы чё? Пошли отсюда, пошли, ребята. Отлично. Это кто такой? Это каратист или кто такой? Хоба, она такой в прыжке. На одному подсрачка, на второму. Я не знаю, что это за персонаж, ребят. Ну да, более знакомый. Мне он почему-то напомнил того каратиста, который... Ты понял, да? Какого, про какого я каратиста имею в виду? Так, о, соточка. Мне почему-то кажется, что я с Куиком не смогу играть, ребят. Такое, блин, ощущение, что у меня не получится за него играть. А кто у нас там был на выбор? Я вот смотрю, ребят, вот опять будет тормозить, потому что набор игроков ищется очень медленно. То есть практически нереально. Он 4 из 6. Видимо, я не знаю, ребят, напишите в комментах, у вас такая же фигня или нет? Или это только у меня такой вот эти вот задержки, блин, какой-то пин замедленный, вот это все. Ну что такое 4 из 6? Прикинь, как мы долго ищем команду, ребята. 4 из 6. Такое ощущение, что вообще зависло. Ну да, ни к чему хорошему это, ребята, не ведет, это однозначно. Ужас. Это как YouTube лагает, так же и здесь лагает, короче, ребят.
Ну давай, 4 из 6. Выше-то будем подниматься там. 6 из 6-то сделаешь. Вот, наконец-то. Давай. Я так буду, блин, 3 часа проходить эти этапы. Все, понятно, ребята. Вот этот пинг, который задерживается, все это означает, что у нас потеряли соединение. Да, 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 потеря соединения. Так, это МЗ-шка. Ужас так играть, я тебе скажу. Ужас. Так, Шелли, ты бы не шла бы туда, не на... А, там у них пин... этот. У них и мистер Пи еще к тому же. Смотри, 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 что делает. Хмырь болотный, а. Как бы и рад помочь, а не получается, друзья мои. У них кристаллы, у них 9 кристаллов. Было. Или есть. Нет! Рэй, куда ты лезешь-то? Ну... Собирайте кристалл, друзья мои. Убегайте, убегайте сюда, убегайте сюда, ну. Вот здесь мы им дадим отпор. Они ху... Ага. Пойду последний доберу. Не успел. На повторе нет, ребят, этих лагов. Нету, просто нету. Я представляю, как выглядит у меня игра с такими лагами. Ужас. Ну, как игроки, наверное, смотрят, которые со мной в команде. Думают, что он там дергается, как паралитик. Так, ну что, мы одно из заданий выполнили. Это что у нас? Ага, нет. Не выполнили, ребята. Нам еще надо 2. Так, может быть. Нет. Пока Карлуши, ребят, играем. А там мы можем взять... О, мы можем взять с тобой дуэль. Не дуэль, а нокаут. Давай нокаут, ребят, сыграем. Тут просто быстрее, не знаю. Если сейчас так же будет долго искать, то... Я не знаю, я ребят, попробую... Нет, быстро нашли. Сейчас прям 6 из 6. Так, вроде как быстро нашли. Да, все идет четенько, ребят. Слушай, я на этой карте впервые. Так, отойди оттуда. Фига он там строчит. А где еще-то наш один? А, так фу ты. Тут же без возрождения, блин. Тут же без возрождения, ё-моё. Все, я понял, тут надо аккуратно, ребят. Это с нашей стороны, да, минус? Ну и что ты стоишь-то, бал... Очень понятно все. Молодец, спасибо тебе. Да фиг ли я, ребят, один остался. Пускай валят. Бесполезно здесь одному что-то делать. У того то ли обрыв связи был, то ли еще что-то. Встал посреди боя и стоит как чепушило. Просто конченый, блин. Не, ну тут... А, успел, успел. Давай тут возьму я, наверное, Леона все-таки, ребят. На этом режиме я попробую сыграть за Леона. Где Леон-то у меня? Так, мистер Пи. Ага, вот он. Давай попробуем за Леончика здесь сыграть.
Ну, один. Так, отлично. Должно быть прекрасно. Так, котейка какой-то. Пойдемте, ребят. Так, а тут пошел обход, да? Есть, завалили. Добегался там, хлыщ. А ему пришлось, ребята, тратиться. Ну куда ты побежала? Ну куда ты побежала там? Вжик, блин! Смотри, 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 смотри. Там кольт, ребят. Инвиз. Так, ну что, остался один. Есть. Хлопнули его. Отстрелял, так скажем, свою жучара. Ну и по делам ему. Так, ну что, ребята, еще... Еще заходочка у нас получается. И задание будет выполнено, по идее. Давай. А второе задание, которое у нас... Ну вот, начинается. 2 из 6. Один из 6. Здравствуйте, приехали. Так, 3, ага, 4. Не особо, видимо, любят ребята играть в эти, в нокауты. Ну, 4 из 6, все? 5. Да, ребят, по-моему, опять с связью что-то, с соединением, я не знаю. 5 из 6, 6 из 6. Это сколько времени ждал я? Офигеть, сколько. Хотя в игру зашел быстро довольно-таки. Опа, опа, о, Пайпер, ребята. Ой-ой-ой. Ну куда ты пошел? Давай здесь стоять. Куда ты пошел-то? Так, подожди, у них там Пайпер, надо быть аккуратным. Подловил, прикинь, гнида. Пайпер вшивая. Я понял, где это Пайпер, как она собирает. Сейчас она просветится. Так, ну что там, кто там? Отлично. Так, ну что, я раскусил, где Пайпер кружится. Hey, Nita, check me out. Так, они вдвоем, да, там? Есть.
А Пайпер-то как круто обделалась, а? Ловила меня, но не поймала, ребят. Я там как ниндзя по кусточкам, да под преградками. Все у меня получилось. Так. Опа, билетик еще один. Со звездочкой. Оу, и что дадут нам? Ты серьезно? Легендарные, ну спасибо, блин. За легендарку дают, ребята, ну просто обычную награду, понимаешь? Просто обычную самую награду. Ну что у нас тут? Выиграйте бой 3 раза бойцом Динамайк, Покко или Пайпер. Динамайк, Покко или Пайпер. Давай Динамайка возьмем, наверное. Или подожди. Не, подожди, давай лучше Покко. Кстати, мы ему... Покко все союзники рядом с ним восстанавливают 2... Ага, в секунду. Так, а это снимает действующие негативные эффекты с дружеских бойцов на большой площади и дает иммунитет. Нет, как-то ерунда. Вот это, наверное, лучше взять. Наверное. Поехали, попробуем, ребят. 3 поединка нам нужно выиграть. В принципе, ну, не так уж и много. 3. Блин, я режим не поменял. Ладно, фиг с ним. Просто в этом режиме Покко играть. Ну, ой, команда у нас. Хилы, блин, против... Хилы и бомбардиры против дальников, да? Сейчас Пайпер его уничтожит, допрыгается. Но! Есть. Черт, зажала нас в углу. Хорош, размотали. Правда, Тика нашего подбили, ну фиг с ним. Динамайк. Так, там по... У нас минус 1, ребят. Ну! Да ёпрасы ты! Ну, Динамайк, ну бросай бомбу-то! Ну! А вот с этим будет тебе беда. Да. Меня, нас вот тут зажали, ребята, просто взрывом смело. Блин, это, конечно, фигово получилось здесь. Я здесь встану, если что. Зачем они выдают свои позиции? Ну! Пайпер, где там жить-то осталось? Так, Эль Прима, ребята. Я что-то встал, расслабился, думал, что мы его подбили. Динамайк, давай. Ну, сейчас он тебя в ближнем бою-то нахлобучит. Ой, да, все, тут, ребят, фейл. Ну, он что он сделает в ближнем бою против него, да? Да ничего, ребят. Он ждет суперудар. Да куда ты делаешь? Баран. Не мог вот тут, когда стоял. Блин, я тоже, ребята, я думал, что этот его запинал, блин. Я запинал этого. А он нифига, ребята, он даже не успел ничего сделать. И меня просто сбил. Я такой довольный пошел, а он, оказывается, не сдох, блин. Нормально. Просто сам, ну, сам, ребята, подосрался, короче. Так, тут тут Пайпер, Эдгар тут. Ну, вообще замечательно. И плюс еще этот кактус. И плюс еще этот кактус, друзья, ко всему прочему здесь будет. Биби, уйди оттуда.
Кого нас хлопнули там? Понятно все. Да. Ну что, надо мстить. Пойду я, наверное, сюда. Там Эдгар. Но! Да хоть кто-нибудь! Пошли вы в жопу, блин, долбоебы. Стоят там, блядь, хуярят. Тут, блядь... Слов, блядь, нету у меня, короче, на них. Да поздно, батенька, блин, пить боржоми, когда почки-то сели, блин. Сидят там, стреляют, никого нету, в ответку ничего не получится. Стреляют, стоят, дебилы, конченые, блин. Вообще за игру не смотрят, блин. Где враг, чего делает, блин. Лишь бы пульнуть, лишь бы стрельнуть, блин. Да, он и, блин. Там, блин, на меня Эдгар бежит. Я бегу к ним, а они там продолжают закидывать туда бомбочки. В никуда, просто в пропасть, блин, в бездну. Ну что, опять за... Ну все, этот бой окончательно, ребята, проигран. Потому что, вон, я уже вижу по загрузке его. Да, 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 я даже играть, наверное, не буду, ребят. Даже с места не... Ну смысл мне здесь играть? Но... Шоке. Кто-то, ребята, у них где-то стоит. Они выманивают тебя. Не иди туда, не ведись. Будем стоять здесь. Да не ведитесь вы, Шелли. Ну куда вы пошли? А, все. А он что, один остался здесь, пока этот? Тогда сори, ребята, я-то думал, что он не один. Шелли, ты там что, подбить не сможешь его? У нас одного грохнули, у нас бог грохнули, ребят. Да. Хе, бог грохнули, блин. Пойду я, наверное, туда, ребят. Подожди, они... вон она есть. Здесь решила на храпчиком их двоих взять, да? Но не тут-то было. Блин, три раза бой уже надо выиграть. Блин, у меня времени уже, ребят, нету для трех боев, блин. Ладно, фиг с ним, давай. Я, ребят, заранее извиняюсь за ругань, за... маты и за вот это вот интернет-соединение. Ну просто нет слов, ребят, что тут творится. Меня редко можно вывести из себя, но здесь, ну просто уже, просто, ребят, перегорают все контролеры у меня. Но добили одного, молодцы, красавчики. Это был Барли, да, Барли. Так, она одна осталась. Задушили ее. Так, хорош. Давай разделимся, как обычно. Wow,
Так, кто тут у нас? Давай робот этого брать. Это Пайпер, да? Не надо туда лезть, не надо. Да я просто этот, ну вы издеваетесь, что ли? Ну какого хрена, блин? Ну все, ребят, ну что это за игра, блин? Ну как можно так играть, блин? Ну невозможно, просто, ребята, невозможно так играть, блин. Давай последнюю игру отыграем, все, мне нервов не хватит, блин, так делать. В такой маразм играть, блин, все затормаживается, все. Это самый, я не знаю, ребят. Мне кажется, что это не только у меня проблема, потому что игроки заходят, выходят, может, так выкидывают или еще что-то в этом роде, блин. Или корявое обновление какое-то, блин. До этого же играли, все было нормально, блин. Ну, да, было подглючивание, но один раз там за 20 боев. Ну, не кажется же первый, второй бой вот так вот лагать, блин. Ну, что это? Нормально, что ли, считаете? Я считаю, что это вообще ненормально, ребят. Так, динамайк, блин, динамайк, это, конечно, неприятно. Пойдемте. Так, там динам... Пайпер, куда ты лезешь-то? Все, Пайпер доигралась. Хорош. Так, значит, здесь сосуночек, да, у нас ныкается. Любитель поныкаться, сосунок, значит. Вот тут вот. Ну! Спасибо. А то я же думал, мне уже крышка. Так, ну что, там кто-то один остался, ребяточки, у них. Есть, прижучили они ее. Молодцы. Умнички. Ну и Пока хорошо отыграл, ребят. Да он бы отыграл бы лучше, если бы не эти лаги, баги и тому подобное. О, эпик. Что там мне сегодня везет? На эпик, леги. Ну такое фуфло дают, если честно, друзья мои. Ну просто шлак. Просто дают шлак. Я бы, конечно... О, подожди, у нас у Пока есть вот что. Да, я что-то как-то не заметил. Слушай, надо, кстати, проверить. У кого-то может быть еще... Хотя вряд ли там у кого-то еще что-то будет. По-моему, больше ни у кого нету. Вот мне почему-то... Так, бас. Да не, нету. Надо Эша нам будет и вот эту вот пчелку Би прокачать до 10 уровня обязательно, ребят. И вот этот... А, еще и этот... А сколько у меня лег? Раз, два. Только две леги, блин. Ты посмотри, сколько тут персонажей еще. Ой, блин. Вот бы всех их иметь, а. И всех по максимально прокачанному уровню. Да не, ребят, конечно, это фигня полная. Если у тебя руки из задницы рисуют, хоть ты их тут прокачивай. Тебя будут выносить. Ладно, друзья мои, вот так вот мы сегодня отыграли. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.